Александр, к сожалению, не могу вас поздравить с победой. 4-2 проиграли СПБ ГАСУ. Какие ваши эмоции по окончанию этого матча? Да, эмоции такие, что у нас заявки было игроков на две смены. В итоге сейчас пришла с одной замены. Вратаря у нас нет. Поэтому, ну, как бы играли как могли. Хорошо забили даже и не крупно проиграли. В принципе, играли нормально. Но устали. Без смен тяжело играть. Поэтому, ну, по игре. Проиграли по игре. Казалось, да, что, может быть, сыграл тот факт, что ГАСУ очень хорошо на самом деле катал. И я узнал, что у них это сборная ГАСУ, поэтому ребята сыграны. Наверное, возможно, это тоже повлиял какой-то факт. Конечно, у нас парни, в принципе, вообще даже не меньшики, как бы. Это парни винозаряженные, хорошо играют, как бы катают, да. Плюс нас меньше, мы выдыхаемся просто. Ну, как бы, вот так вот. Какие цели команда «Заря» ставит себе на зимний кубок этот? По-хорошему выйти из группы и как можно выше подняться. Мы знаем, что мы, в принципе, можем это сделать. Но вот как получится, будем собираться, будем разбирать игру, будем делать работу над ошибками и что-то менять в игре в своей.